Депутаты горсовета от 5-го округа, это микрорайон Углич, встретились с депутатом Госдумы Сергеем Пахомовым. Речь шла о возможности строительства бульвара в районе заброшенного стадиона у 11-й школы. Этот стадион никогда не был школьным, он лишь использовался для занятий физкультурой. Причем часть его пустовала, развалился роллер-дром, все поросло бурьяном. Это больное место микрорайона Углич. В августе прошлого года власти нашли инвестора, который был готов обустроить для школьников спортивную площадку, а на части территории построить теннисные корты. Площадку построили, а вот до кортов дело не дошло. Часть жителей активно выступила против застройки территории. Я слышала, да, что хотели сделать теннисные корты, да еще одни. Я против, конечно. Мне намного больше мне нравится, если здесь будет сквер. В результате инвестор вынужден был свернуть работы. Построенный за счет застройщиков новый стадион передан в собственность города. На месте пустующей территории местные жители хотят видеть бульвар. Галина Носырева, член территориального общественного совета микрорайона Углич, присутствовала на последней встрече с депутатами, куда были приглашены активисты местного ТОСа. Люди всех поколений, все ратуют о том, что у нас ведь начинают детей. Детям вот только в этом году построили детскую площадку. А так пенсионерам погулять негде. Мамочкам с колясками тоже негде ни посидеть, ни походить. Вообще у нас практически нет ничего, везде машины. Вчера Сергей Александрович нас спрашивал, говорит, ну хорошо, что вы хотите? Мы говорим, хотим много цветов. Он говорит, ну, цветы мы вам обеспечим, кто будет сажать? Народ у нас согласен за то, что вот будет рассада, мы сами придем, вот организуем, сами будем сажать цветы, деревья. Депутат городского совета Сергиева Посада Тимофей Лагутин после встречи с Сергеем Пахомовым надеется на позитивные изменения. Во время встречи с жителями, когда здесь были волнения по поводу строительства стадиона и по поводу вообще застройки всего этого клочка земли, он пообещал, что здесь будет сквер. И вот, как видите, свое обещание он сдерживает. И также я хочу сказать, что в этом является также и посыл, что любая созидательная, любая позитивная инициатива будет с его стороны и вообще со стороны, может быть, администрации поддержана и услышана. А здесь, я так понимаю, что мы продолжим бульвар, который уже начат и который обретет свою форму, я надеюсь, в этом году. На сегодняшний день пока нет концепции бульвара. От жителей Углича ждут предложений, какой они хотят видеть новую зону отдыха. Свои пожелания нужно отправлять в адрес депутатов по 5-му округу. Депутаты принимают в Доме быта на Угличе по четвергам. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».